Давайте посмотрим по соку. Ой, сок течет прям рекой. Очень сочный сорт. Сок такого красного цвета. Всем привет! Сегодня у нас 29 июля 2021 года. Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать новый сорт моей коллекции. Сорт под названием Red Robin. Неплохо перенес сам сорт зиму 2021 года. В принципе, неплохо загрузился. Вот такие вот показал плоды. Зимой были очень низкие температуры у нас, до минус 28. Но, как видите, урожай держит. Был град, посекло и лист, и паган, и плоды. Вот видно, есть побитые. Много плодов погнило. Вот гляньте, какие вмятины от града были. Черенок тоже, гляньте, как побило. И плоды побило. Ну, в целом, вот, вот такой урожай остался на дереве, который был более-менее под листвой. То, что были плоды открытые, они все побили или в дребезги, или наполовину. Ну, короче говоря, все, что есть, вот это вот снимаю. Сейчас давайте сорвем, посмотрим, какая у него мякоть. Мякоть должна быть красная, красивая. Он уже поспел как дня три назад. Он уже мягкий весь. И продегустируем вместе с вами. Нормальный плодов. Давайте посмотрим, какой у них вес. 145 187. Красивые. Опушения вообще практически нету. 159 171. Вот такой вот получил я, можно сказать, первый урожай данного сорта. Давайте сейчас посмотрим, какая у него цвета мякоть. Уже полностью спелый. Очень красиво. Так, тут где-то был переспевший вообще. А ну-ка. О, какая вообще красная-красная. Так. Давайте посмотрим по соку. Ой, сок течет прям рекой. Очень сочный сорт. Сок такого красного цвета. Давайте попробуем на вкус. Мякоть тающая, кисло-сладкая, с каким-то привкусом, возможно, даже привкус какой-то вишенки, такой еле ощутимый. Шкурочка тонкая у этого сорта, вот она может счищаться. В принципе, не ощущается. Сорт очень сочный, вообще вот так нажимаешь, он течет прям. Очень красивый. Такой освежающий вкус. Вот этот плод более сладкий. Тот более кислее вот этот. Освежающий, классный вкус. И очень сочный. Именно утолить жажду. Есть черенок на продажу данного сорта. Кому сорт понравился, звоните, пишите. Ставьте лайк. А так, всем спасибо за внимание. Всем пока.